Сегодня в Набережных Челнах провели уникальную операцию – лазерную операцию на предстательной железе. Такой метод удаления опухоли в нашем городе применяется впервые. Для проведения операции в горбольницу номер 5 приехал руководитель эндоскопической урологии университетской клиники КФУ Айрат Беляев. Одновременно казанский врач провел мастер-класс для челнинских урологов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Не случайно местом проведения мастер-класса и одновременно уникальной операции выбрали городскую больницу номер 5. В Набережных Челнах и Тукаевском районе это единственное медучреждение, в котором имеется урологическое отделение. На обучение пришли более 10 врачей, как из самой больницы, так и из поликлиник со всего города. Прекрасный мастер-класс, доктор с большим именем, с большой репутацией и огромным опытом выполняет сегодня вот вышеуказанную энуклеацию, о которой мы говорили. К нам приехал замечательный врач-уролог Айрат Раисович Беляев. Он помогает нам освоить новые методики нашему делу. Осваивать новые методики необходимо, уверены врачи. Предстательная железа – одно из самых уязвимых мест мужского организма. А самые распространенные ее заболевания – простатит и аденома простаты. Только в Набережных Челнах ежегодно за медицинской помощью обращаются порядка 2000 мужчин. В стенах горбольницы номер 5 впервые проводится лазерная энуклеация – один из способов удаления опухолей. Ее уникальность заключается в том, что она позволяет провести хирургическое вмешательство без разрезов и проколов. Данный вид операции позволяет выполнять оперативное вмешательство у людей с сопутствующей патологией, и кардиологической, и заболеваниями дыхательной системы. Она менее травматична. Да и в целом в стране лазерная хирургия шагнула далеко вперед. Она произвела, ну, я скажу, не революцию, но хотя бы какое-то большое совершенство помешать, потому что в данном случае реабилитация, послеоперационная реабилитация проходит в течение 3-4 дней. Эта операция позволяет пациенту быстрее реабилитироваться и вернуться к привычному образу жизни. Сам процесс также проводится гораздо быстрее, не более 1,5 часов. Лазерная энуклеация выполняется на отечественном аппарате. Импортозамещение в медицине позволяет отказаться от зарубежных аналогов. Эльмира Гайнутдинова, Андрей Буслаков, Челны 24.